Это мой первый спринт. Я впервые выступила на короткой дистанции. Мне очень понравилось. Для тех, кто хочет попробовать, это вот самое то. Я думаю, что это одно из самых ярких и красивых мероприятий в кросс-триатлоне. Многие спортсмены приезжают сюда из года в год, прекрасно знают друг друга. Поэтому борьба на гонке от этого только интереснее, а также это добавляет духа взаимовыручки, уважения к сопернику вне гонки. Первый раз человек смотрит, и когда ему говорят, нужно проплыть, потом проехать на велосипеде, потом побежать, это что-то немыслимое, что-то такое глобальное, все это реально. Это нормальный живой человек может все это сделать и получить от этого несомненное удовольствие и хорошую, приятную мышечную усталость. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чика-чика.